празднику Наурыз кустанайская молодежь организовала национальное шоу «Бастангы». Специальная программа стала традиционной, ее уже проводят в пятый раз. Подготовкой занимаются работники казахского драмтеатра имени Ильяса Умарова. Шоу-программа для местных зрителей стала уже неотъемлемой частью праздника Наурыз. Участников делят на две группы. Они затем состязаются в танцах, исполнении песен, демонстрируют знания, традиции, обрядов и национального фольклора. Ну а оценивают команды представители старшего поколения. В конкурсах принимают участие и сами зрители. За активность им вручают подарки. Ежегодно у нас проводится бастанга, то есть каждый из них отличается друг от друга тем, что тут очень много можно сказать о обычаях, о традициях нашего народа. Поэтому все это совместить в один год, в эти полтора часа очень сложно.